Во всех школах нашего района полным ходом идут ремонтные работы. Задача у всех одна – своевременно и качественно выполнить все до 25 августа. Мы посетили школу поселка Майский. В этом году здесь меняют лампы в спортивном зале, побелка и покраска рекреации и панели. Работы проводятся силами техперсонала и учителей школы. На сегодняшний день уже отремонтированы практически все кабинеты, и дело остается за малым. Далее мы отправились в детский сад номер 5 аула Блещепсин. В этом году здесь запланирован масштабный ремонт по программе «Доступная среда». По программе «Доступная среда» садик приступил к работе 21 июня. И планируется закончить работу 25 августа. Дети должны прийти к нам с 1 сентября уже в готовое здание. Какие работы проводятся? Полностью демонтаж крыши, реконструкция санузла, закладка окон лишних, частичная закладка дверей под новые двери, стяжка полов под плитку, заливка пандуса, бетонирование пандуса и крыльца. Детский сад рассчитан на 55 мест, и уже с сентября детки придут в отремонтированные, чистые и уютные группы.